Как родная меня мать провожала, вся моя родня набежала. Тут и вся моя родня набежала. А куда ж ты, паренек, а куда ты? Не ходил бы ты, Ванек, да в солдаты. Не ходил бы ты, Ванек, да в солдаты. Красной армии штыки чай найдутся. Без тебя большевики обойдутся. Без тебя большевики обойдутся. С молодой бывшей женой не ленился, тут я матери родной поклонился. Тут я матери родной поклонился. Поклонился всей родне у порога. Не скулите вы по мне ради Бога. Не скулите вы по мне ради Бога. Посередине всех, как вы, ротозеи. Чтоб осталось от Москвы, от России. Сейчас выдвигаемся на улицу, по лестничной, аккуратно. Снаружи не балуемся. Помнишь, что мы? Толпы. Возьми нас. Вот сели. Аккуратно. А мы с шагом на улице. Да, есть. Противогазы на левую сторону. Противогазы на левую сторону. Милые мои, зачем? Подсумок должен быть впереди. Я домой хочу. Так, бежите. Внимание! Становись! Равняйсь! Смирно! Вольно! Проводим тренировку по действиям, по элементам. Тактика, строевое занятие. Сейчас я рассажу мотострелковое отделение по своим местам. Так, занимай свои места. Так, еще два подстрелка подходят ко мне. А тут закрывай дверь. Так, сели вы сюда. Запрыгнули. Автомат между ног, магазины вперед. Вот ваш медицинский автомобиль. Но вы в нем не будете находиться. Я говорю, это ваш медицинский автомобиль. Когда я дам команду, медики вперед, вы с повязкой и у вас сумка. Сумка у вас. Вы вдвоем. Бежите к этому раненому с ранением головы. Бинтами заматываете ему голову. Ясно, да? И пытаетесь его переложить, я вам расскажу как. Командир отделения командует. Исходное положение занять. По этой команде водитель выскакивает с автоматом. Это как раз тот момент. Ложится возле машины. Автомат направления противника. Командир выскакивает. Бежит назад. Делаешь вот так. Ты тянешь на себя борт. Вперед вот так вот. Раз. Аккуратно опускаю. Стоп. Не торопись. Открыл.
и справа от машины ложишься. Вы выскакиваете вдвоем. Один напротив командира на широкой белой полосе. Лег. Сюда, сюда. А ты вот сюда на это пятно. На противника автомат. Ты выйди на эту сторону. Держи вот этот угол белый. Ложись. Ты ложишься вот сюда. Вот это исходное положение. Внимание! Сейчас отделение опять занимает свои места в машине. И командир отделения скомандует. Выполняем вот это. Отделение, исходное положение занять. Левый фланг, старший стрелок. Водитель участия в наступлении не принимает. Он всегда остается с машиной. В готовности подать ее или для продолжения наступления, или для выполнения каких-то дополнительных задач. Правый фланг вперед. Правый фланг вперед. По этой команде ты ему кричишь. Вася, прикрой. Кричи. Женя, прикрой. Пробегаешь 5-6 шагов и ложишься. Ты ему кричишь, Феня, прикрой. Леня, прикрой. 5-6 шагов, ложись. Только чтобы на мишени видел. Мишени где? Фланг. Левый фланг вперед. Левый фланг вперед. Громко. Вася, прикрой. 5-6 шагов. Лег. Феня, прикрой. Обращаю ваше внимание, ни в коем случае нельзя сжиматься. То есть тебе нужно идти по левому флангу. Следующее перемещение ты сделаешь вот туда, к белой полосе. Командир командует отделение огонь. Все интенсивно ведут огонь. Далеко пробежал, ранен, упал. Упал, все, упал, все. Левый фланг вперед. Левый фланг вперед. Леня, прикрой. Леня, прикрой. Оле, вот так, да-да-да-да-да. Старший стрелок вперед. Вы изучали штатное стрелковое отделение, поэтому это правильно называть. Отделение огонь. Огонь, сам пошел. Когда до противника остается расстояние на бросок гранаты, грудью бежать на него не надо. Даешь команду, отделение гранаты готовь. Отделение гранаты готовь. По этой команде, правильно, вы из бронежилета достаете гранату, имитируйте, что вы ее достаете. Справа, что вы? Достаете гранату. Справа граната, там где-то сюда. Кольцо одели на палец под цевьем. Команде отделение гранатами огонь. Кольцо вырывает, приподнимается, бросил снова лег. Отделение гранатами огонь. Вырвал гранату, приподнялся. Так ты ее под себя бросил. Показываю. Показываю. Отделение. Отделение гранатами огонь. Где? Готовь. Отделение граната готовь. Достал. Кольцо подвел. Отделение гранатой огонь. Отдернул ее, она зажата чека. Приподнялся. Бросил. И лег. Повторяем. Отделение гранаты готов. И лег, лег. Молодцы. Вступают в работу медики. Прибегай. К раненому.
Разворачиваете плащ-палатку вот так. Вот так его берешь. Вот так. За шкуру. Вот так. Раз. Под него. Вот так. Есть. Дальше. Автомат вот так вдоль. Каску с него снимаешь. Вот так. Вот так. Не перематывайте голову. Так. Да ты долго, долго. Вот так. Раз. И поехали. И быстро, быстро. Вот так. Давай, мотай. Помоги, пожалуйста. Долго раз. Кричишь. Маша, ко мне. Ну кричи. Маша, ко мне. Так, все побежали сюда. Бегом, бегом, бегом. Бери его сюда. Бери. Взяли. И понесли на носилки. И весело, весело. Выше, 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 выше. Килограмм, килограмм. Сразу, нельзя! Надо его сперва вынести с поля боя, а потом. Вас же учили. Все, молодцы, снимай бит, сами встрой ты в машину. Жизнь идет, жизнь продолжается. И независимо от погодных условий, мы с вами проводим определенные мероприятия. Прежде всего, я рад приветствовать вас, дорогие товарищи, в стенах учебно-спортивного центра ДОСААФ России Южного административного округа города Москвы. Я заместитель директора Семенец Юрий Владимирович. Прежде всего, наш учебно-спортивный центр входит в состав регионального отделения добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России. Основными задачами ДОСААФ России является, это прежде всего, патриотическое и военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка граждан к военной службе, развитие технических военно-прикладных видов спорта и ряд других мероприятий, в том числе развитие авиационных видов спорта. Одну из задач, для чего мы сегодня собрались, я считаю, это прежде всего познакомиться с тем, где мы проводим подготовку граждан по военно-учетной специальности, посмотреть наши возможности и ряд ребят, которые прибыли сегодня, начнут подготовку, обязательную подготовку к военной службе, которая является конституционной обязанностью. Поэтому я думаю, что время мы проведем не зря, и после этого каждый будет иметь четкое представление, чем мы занимаемся, как мы занимаемся. Кроме подготовки по военно-учетной специальности, мы занимаемся в том числе проведением занятий по основам военной службы и подготовки к военной службе. Ребята со школы Центрального административного округа покажут нам, чему они научились вот буквально на прошлой неделе на сборе. Наше мероприятие связано не только с нашими повседневной деятельностью, но и с историческими событиями. 1 октября – день образования сухопутных войск Российской Федерации, которые берут свою историю от Ивана Грозного, который в этот день начинал создавать стрелецкие полки, которые явились фундаментом и в ходе развития получили дальнейшее развитие и стали сухопутными войсками. Конечно, это не те войска, которые тогда были, сейчас гораздо сильнее. Поэтому слово предоставляется, хочу предоставить начальнику отдела военного комиссариата города Москвы по Даниловскому району Бадину Александру Юрьевичу, полковнику. Дорогие призывники, дорогие гости, приглашенные. Первое хочу сказать то, что вот прошло то время, когда военкомат, молодые призывники шли не с неохотой, а тянули их работники военкомата на, так сказать, на привязи. Прошло то время. В данный момент многие призывники, которые мы отправляем в армию, проходят достойно службу вооруженных сил Российской Федерации.
во всех родах и видах вооруженных силах. Не надо бояться военный комиссариат. Военный комиссариат не отправляет больных, никому не верьте. Никому не верьте, что он отдал там много денег и купил себе военный билет. Нету такого сейчас. Дай Бог, чтобы вы всегда могли, научились защищать правильно Родину. Качественно. Здесь вас, в этих стенах, вас обучат воинским специальностям, воинским... подготовят вас качественно к военной службе. Это вам будет большое подспорье в вашей дальнейшей службе. Слово предоставляется для приветствия главе управы Нагатина Садовники Богодухову Юрию Николаевичу. Пожалуйста. Добрый день, ребята, все, кто участвует в нашем мероприятии. Ну, как вы сказали, служба в вооруженных силах – это не только почетная обязанность, но и ваше право. А чтобы реализовать это право в полной мере, вот и служат такие учреждения, как наша школа ВСАФ, в которой максимально можно не только ознакомиться, но и своими руками почувствовать, что это такое служба в армии. Поэтому приглашаем вас поучаствовать в жизни, в работе и в деятельности нашей школы ВСАФ, ну и, само собой, подготовить самих себя для нормальной службы. Родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала, тут и вся моя родня набежала. Итак, внимание! Школа Центрального округа на прошлой неделе проходила на нашей базе пятидневный сбор. Вот, значит, это первый поток в этом учебном году. И мы их пригласили для того, чтобы они продемонстрировали те отдельные моменты, к чему они научились в ходе пятидневных сборов. И вы наяву можете это дело посмотреть. В том числе, в этом году мы взяли на обучение девочек по 18-часовой программе. Но сделали не медицинскую подготовку, а военно-медицинскую подготовку. И увязали учебный процесс совместно с мальчиками. Вы посмотрите, как они работают. Нам сказали, там на дороге мины. Нам сказали, вас засада ждет. Но опять ревут бронемашины. Правый фланг вперед! И колонна движется вперед. Наши нервы снова на пределе. Здесь для наших душ покоя нет. Может, в этот раз смертельный колыбель. Засыпать я буду, покидая свет. Мы не знаем, что там за поворотом. Мы не знаем, что будет впереди. Я глотаю пыль и обливаюсь потом. Автомат прижал к своей груди. Вдруг стрельба нам захлестнула уши. Засвистели пули виска. И казалось, вы слепнули с души, а в сердца брать бескрайняя тоска. Взрыв раздался, полетели траки, и каток от танка улетел. Правый, левый, нам теперь не обойтись без драки. В тот момент подумать я успел. Развернули пушки влево-вправо, вся пехота встала, залегла. На врагу всегда найдем управу, как бы их судьба не берегла. Этот бой не очень долго длился, танк был сделан, и мы двинулись вперед. Вернее, огня и дым открылся, тот крутой, опасный поворот. Да удача вновь меня постигла, не взорвался там на мине я. И шальная пуля не настигла, и живые все мои друзья. И шальная пуля не настигла, и живые все мои друзья. Так, сейчас работают медики. Thank you.
палатке, все забирайте с собой. Ну, я считаю, что наше мероприятие, которое мы сегодня провели, имели определенное значение и пользу для всех участников, как и для курсантов, которые в будущем будут проводить подготовку по ВУЗ, так и для школьников, их руководителей, их наставников. Я думаю, что многие подчеркнули интересные вещи, и дальнейшее наше сотрудничество будет продолжено. Мы все ждем, готовы решать совместные задачи. Всем спасибо за участие. Наши двери открыты для совместных действий. Спасибо.